Брат, мотивацию поднять на... Что? Твою мать! На 8 кп! Да! 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 Что мы дали? Они с другой стороны! Блин! С другой стороны! Они с другой стороны были! А, он меня испугал. Что это? Просто у меня рука дернулась от страха. Это что за скример был? Наказал Дубика. Здорово всем, ребята! Это ваша любимая рубрика «Обинский нами», а я Кеда ПК. Всегда, ребятушки, всем огромный привет! Отрезал яйцо. Всем добрее, чуваки! И главный нуб стендофа... Кто? Абайл! Ребята, прожмите нам все по лайку, а мы начинаем. Все, приходим в разные войсы, пацаны, погнали! Фартук, масло, оливье, полетели! Мы покупаем скины для Абоба и Рика, а Рик и Абоба покупают скины для нас. Все максимально просто. Да, я им скинул пистолетик. И смотрим, что они нам скинули. Погнали, смотрим. О, у меня вылетело! Вы что, гоните, у меня вылетело? Тащи за меня, объясним, что я сейчас скоро буду на месте. Брат, я им сейчас скину такую гранатку, ты обалдеешь. Опа, Рикардо, бум, Абоин вышел. Ливнул, застал играть. Сейчас мы Рику накидаем. Смотри, давай, чтобы все было по-честному. Давай, чтобы все... А, стоп, я забыл сбросить свои скины, ядрить, колотить. А что по скинам? А у меня лосари. Мужик, дай мне. Да дай мне, брат, я видео снимаю. Если угадаешь, сколько я пальцев показываю, один или два, угадай. Один. Ладно. Угадал? Нет. Ты тащишь, Алембо? Да еще не знаю, пока что непонятно. Рикардо, надо замочить, сейчас кабину мы сломать, слышишь? Чё, я сложом, алё. Ты прикалываешься, стой, подожди, я на мясо иду, подожди. Давай, да, ты первый под размен идем, давай, влетай. Поехали. Где он? А где он, чувак, я его не вижу. Чувак, быстрее прикрой меня, вот он сзади. Давай, я бегу его резать. Ты не время, давай. Ты не время, давай! На! Уж, я не обезу, обезвредить! Не успеваю! Чувак, не успеваю! Мамка выбил! Кентуху! Ё-моё, я так слышу, как ты смеешься, я не понимаю, что там происходит, но очень интересно. Это фиаско, братан, мы слили! Ладно, ребята, первый блин кому, а знаете, в чем причина? Мы не купили дефюза, братанчик! Чувак, первый блин в рот, так, давай! Братва, я на месте. У вас нет шансов больше. Давай мы скинем переедцы. М40, пусть это будет покашка, он играет с М40, слышишь? Давай, поехали. Ой, я им только дигу могу дропнуть, потому что у меня 800 голды после перезахода. Все, имба, и плюс дефюза покупай, и хаешку. Давай, я купил, и броню, чувак, покупай, обязательно. Там у меня нет денег на броню. Как всегда, чувак, для тебя броня это не главное. Тише, смотри, сейчас прикуп упадет. На! Давай! Попал парень? Да. Смотри, сейчас прикуп. На, бум, попал, да, парень. почти. Ай, хорошо-то как. На, слышь, они используют нашу тактику, поэтому они используют нашу тактику, надо тоже будет хаешки вернуть в ход, что думаешь? Да, что они творят еще, офигели хаешечки делать, ё-моё, дорогулечки. Смотрим, что они скинули нам, я думаю, тоже М40, угадал? Чё, надо быстрее, сейчас заплентить, чувак, понимаешь, быстрее надо. Чувак, АВП скинули! Быстрее, бежи! Брат, ну я вебмастер, поэтому не переживай. Я профессионал. Я простреливаю. Я прострелил! Ты чё, ты прострелил? Прострелом забрал, чувак, это придет. Так, я запоинтил жестко. О, чё? А Лембола меня убили? Давай, Абовин, короче, сидит в апартах с ножом, походу. Значит, я простреливаю его. Ой, не, подожди, он в ребрах. Опа, слышу, хана им, инфу спалили почти. Просто, давай, я его отвлекаю. Отвлекай. Он в ребрах. Там кентуха с авиком, а тик-так с диглом. А, он тут! Чё, папа? На, забрал, чувак, забрал! Хорош! Давай мне. Ай, блин, нубик попал случайно, как говорится, из про в нубика превратился. У-у-у, а где проба? А где проба? Чувак, сверху, быстрее дефьюз, быстрее! Я не успею, походу. Быстрее! Успеешь. Успею или нет, быстрее, как думаешь? Изи, спокойно успеваешь. Хорош, родненький! Это просто разминочная, я просто после вылета, знаешь, немного не почувствовал скилл. Не размялся еще, ну разминочный ж. А ВП даем ему, а ВМ даем ему или М40, как думаешь? Брат, давай ВП. О, кому-то ВП, кому-то М40. Давай, а вапочку ему, опа. Что, имба?
Имба, имба. И USB еще дадим, чтобы никто не говорил, как обычно, вы даете плохой дроп. О, я знаю, что кентухе надо его аркану любимую дать. О, я тоже дал дробовик. Вот это халявочка. Возьми хаешку и слепом. Дядь, я придумал гениальных людей. Давай в ребрах запрячемся. Давай. Просто запрячемся, слышишь? Возьми, нажми, держи, типа закинуть гранату и ждем. Нет, давай же, чтобы не заплатили, просто их замочил нож. Вылетаем вдвоем. Давай. Готов? Ты первый, я за тобой. Ты под размен. Ждем план. Тихо. Че, где они? Я не знаю, тут тихо. А что по дропу оставили? Авики и М40? Они в ребрах, мне кажется. А где они? Не планируй. А где они? Давай, стой, давай хаешку вместе кинем. Друга не спалили! Вон туда, правую часть ребер. Давай. Топай, тихо. Ждем. 3, 2, 1. Твою мать! На 8 хп! Твою мать! На 8 хп! Они с другой стороны! Блин! С другой стороны! Они с двух сторон были! Я -45 ему хаешкой дал. Как ты не попал хаешкой? В смысле? А я что, не попал, что ли? Брат, это был легендарный момент. Ты видал? Это просто было нереально. Пятюню, бро, пятюню, давай, быстрее. Опа! Слышишь, давай в этом раунде дадим все пистолеты. На выбор, пусть поиграют с ними. Дожди, давай нормальные скины дадим. Пускай, то они что-то проигрывают. О, на! Ну, мы, кстати, прочитали. Не, ну, неплохо. Блин, у меня только на дигл хватает, я хаяшку купил просто. Пойдет. Погнали. Что-то, слушай, новичкам везет, как говорится. Да, там еще халява как не залетел, не понимаю. Где они опять? Они что, опять там же сидят? Пошли опять реализуем. Покупайте все, что хотите, родные. Ай, флешка в глаз. Давай, бежим. А, они на спавне. Рикардик! А, да! Вау! На! Сюда! Бум! Йоу! Чувак взорвался! На нафиг! Я вдвоих жестко залетел. Ладно, я все понял. Ты че гонишь? Я все понял, там хаешка еще есть, О, отлично, найс, имба, то что надо. Бежи быстрее, чувак, быстрее, сейчас Абоба будет мстить. У меня, кстати, 50 хп после гранатки их осталось. Чувак, дробаш и дигл. А у меня 39, по мне тоже попала попа. Дробаш и дигл, что берешь тебе, что берешь? Дигл, да, я заберу. Или дробаш возьмешь, не? Чувак, сейчас просто идеальная хаешка в двоих будет. Давай. На подъем кидай хаешку. Да. Надо найти их сначала. Справедливо. Давай. Да как не попал, идеально было. Да он убежал. Давай, родной, на размен. Смочок. Давай, погнали. Стреляй. Нифига, крутой смок я придумал. Тихо, он стреляет. Прострелом, 4 кп у меня. Стой. Влетаю, ломай кабину. А, он меня испугал. Что это? Просто у меня рука дернулась от страха. Это что за скример был? Наказал нубика. Чувак, изи. Кентуха, просто мощный кентик. Чисто из смока вышел страшилка. Ну что же, леди и джентльмен, давай им сейчас вот в этом раунде дадим все самое лучшее. Я им всем гранаты. Всем гранаты просто скидываю. Все, что можно. В смысле? Надо же в них бросать. А может быть, МАК-10 дропнем? Го МАК-10 дропаем? Давай, надо бы им показать хоть одну пушечку, которую они не видели в жизни. Они на КТ спавни. Надо дать хаешку слепу на КТ спавни, потом туда хаешку накидать. Так, давай и добашим еще возьмем. И им пишечку. Короче, у них тут... Дядь, быстрее бей, они сейчас заплатят. Быстрее, ран, Вася, ран! Опа, они с вангай тут. Странно, даже хаешек не прилетело. Ой-ой-ой, ты что, по дропу? Ой-ой-ой, еще и хаешек надропали. Слушай, а ну что они сбросили нам? Мне кажется, что, учитывая, что 3-1, ничего. Сзади, чувак, сзади гранату кидает! Попал, не? Не, промахнулся. Найс. Они флешку скинули. Зачем-то они хотели, чтобы у них две флешки было. Мужик, МАК-10! Нам его было. Нормально, это же нормальный бо. Бра, давай ты иди первый, я у мамы один. Блин, заплентили. Пленти жестко, сейчас накажем их за все, что они делали. Я пленчу жестко. О, тут дропчик имеется, отлично, то, что надо. Уже заплентили. Давай. У, гранатку. Прострел, легендарный прострел. Есть. Сзади, чувак. Сзади, я слепой, что происходит? Чувак, сейчас залетит. Там обоим где-то здесь крысы. На, попал, по идее, хаешка жестко. Ё-моё, мужик, мне страшно! Ну тут без вариантов, чёк. Я вылетаю красиво. Они заплатили двое. Почти, ещё хорош. Оу! Но. Просто из Смоченского выполз. Нормально.
Значит, а давай в этом раунде, знаешь, сейчас бросим. Давай М40. Гоним М40, реально. Посмотрим, что они способны. Блин, ну у меня просто нету денег. Два, я куплю два М40. И берец, чтобы еще поняли, чтобы здесь шел. Так, давай АКР. Я АКР-12. Ладно, дропают счете. А, тут броник есть, оказывается, прикинь. Да, 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 я АКР-12 дропнул. Пусть подумают, что им полезнее будет. Я купил два М40. О, имба! Слушай, смотри, какой скин на юсп офигенно у меня. Бля, что за скин для бедных? Выбрасываем его. 6 косарей, это алло. А у меня 28. Опа, свонга, свонга. А, гранату кидай! У меня 30 хп, чувак, у меня... Ты меня подорвал! На, просто под него идеально, и ты под ним... Чувак, у меня... А-а-а! И у меня 80, по мне тоже попали. Ничего, не бумер, странно же учить. Мы идеально попали по двоим, это жесть. Слушай, как одно ощущение нам оставили? Прикинь, тоже мы 40. АКР, дро... Короче, выбирай, давай, я тебе даю выбор, дайте выбор. Блин, я надеялся, что ты возьмешь калаш. Аня, нам... О, как раз М40, чтобы добить. Бери пуэнтик, я пойду разберусь с ними пока что. Дядь, мне их жалко, я СКР-12 машина. Ай! Че, как слеп, это нормально такое? Я не помню, как они бросают по нам так жестко. Тихо, заплатили, да? Там они делают подсад, а Боинг прыгает! Ой-ой-ой, пытается попасть. Где? На лонг иди, там Абоба прыгает, мужик! Ой-ой-ой, они поджидают нас повсюду, они боятся, у них реально лоу хп. Он за 40, я сейчас заберу его. Тихо. Вылетаем, раз, два. Ё! Воу! Да блин, Кин! Хорош! Забрал! Да! Забрал! Хорош! Забрал! Хорош! Боты! Линкин! А, что? Блин, минус 62, жесть. Ла-ла-ла, размансили! Красава, просто хорош! Я в кентуху попал, но у него не лоу хп было. Собрали. Разминочный, как говорится, первые 5 раундов разминочный. Слушай, ну давай, чтобы было все максимально красиво, в этом раунде мы ставим по максимуму всего. Ну реально, а только это знаешь, а то мы им одним 40 оставили. Какие-то нубы, не? Кстати, да, ребята, играем мы на почку обоина. И на яичко. Левая. Я МП5 им не скидывал, надо бы тоже реализовать разок им. О, да, погнали МП5 скинем. Да чё они тут это самое, смотри, тут играют с такими пушечками-то, дорогушечками. Давай, мужик, скидывай, найс. М40 его любимая. Ну чё-то не летит, родного, да? А давай хоть раз скинем им полностью все хаешки, вот это всё скинем. Да я кидал, ну не, чё, без хаешечки. Хаешечка только если под ноги. Смотри, а дым кинем, чтобы не искали в нем. Давай, стой. Всё, погнали, бежим. Так, не понял, где они? Их нигде... О, стоп. Их нигде нет опять. Стой, я тоже дым закину. Все, дядь, погнали. Быстрее, время, деньги, мужик, ты что стоишь еще? Они что-то поджидают нас, походу. В темке. Чекник это спам. В темке. На, закинул гранату ему! На, ровно в него! Абоин лоу хп. Ого, по мне кто пропнулся хаешкой? Я лоу хп, кстати, по мне попали. Ну как ты отлетел, ну ты еще что ты же ё-моешь. О, дядь, МП5! Нам МП5 скинули, хабала. А у меня что, тоже МП5? Блин, они уже заплентили, капец. Так, я пошел за дропчиком. Так, М40, о, ничего себе. Что там есть? Да я не понимаю, они дропают одни и те же пушки, я не понимаю, что нам. Там лежит М40 и на координации. Окей, ханаем за это. Короче, план, давай двоем через стёмку. На шифте. Иди сюда. Быстрее. Иду. Тише, давай. Не топай. Ничего не вижу. Не топай. А-а-а! Минус топовит! Ё-мо. Блин, я не попал. Как название залетает в нобиков. Я простреливаю. Погнали, аккуратненько. Ой, гранатка! Он слева! Мужик, бежим, нас спалили! Я не успеваю, тут дым, я не успеваю. Попробуй, блин, не успел. Давай! Где они? Вот он! Вашу Машу, где? Я дефюжу. Дефусь, давай, родной. Блин. И в тёмке. А, сзади был. Ну, просто не простили. Да мне-то что, я тут вообще-то еще в соляночку под ванвейчик. Блин, я не знаю, я сегодня на чиле, походу, на максимальном чилу, просто какое-то... Ребят, как вы думаете, кто победит в этой нереальной битве? Мы уже, начиная с первого раунда, начинаем наказывать их, нубу. Чё, ты заметил, что мы им даем реальный имбу? Фамасы, дробаши постоянно. Ладно, дадим им. А, М40 им тоже дадим, проверим, что они покажут нам. Блин, я FNFL купил. Ладно, нормально. Скинут еще раз М40. Дядь, слышишь, да, знаешь что, а давай в следующем раунде им вообще ничего не скинем. Вообще просто ничего. Повара. Великолепный план, Уолтер. Да не, давай, не, давай попозже. В девятом раунде, в решающем. Смотри, он гранату уже держит, смотри. Не, лишь бы по мне не кинули. Смотри, гранату кинул. Промазал. Ай-яй-яй. Давай, делай, грязюка. Слышь, Рик бежит! Рик, мне чело! Слышь, ну Рик бежит! А, смотри, молотом взял. А он же сам не пройдет, смотри. Рик!
Я на собственном молике подгорел. Соляночку тащи. Так боже, это было вне правил, мужик. Зачем ты правила нарушаешь, чтобы было? Почему? Почему? В смысле, я же поднял оружие. Он просто думал, убегал. Надо было дождаться, чтобы он убежал. А, я не знал. Ну я просто думал, когда оружие, понимаешь, можно стреляться. Погнали вам через симку на мужика. А, чё, а то же мы их ножами зарезали, когда даже оружие не взяли, это вне правил, да? Нихуя мне забрал! На моих глазах его убили! О, нормально. У меня, кстати, там реально не видно, чекай. Жесть. Вот это имбоба они смог кинули чисто сами себе. Что? А Полин разозлился. Нифига, пошла жара какая-то сейчас, а? Братва, ну если нам нужна халтишечка, так же самое, как я нетушке, то я вам советую залететь на булдропщик, потому что булдропщик это топовый дропщик, тем более, добавили новую коллекцию кастиков. И самое главное, добавили новый ивент. Бей Крампуса и получай бесплатно топовые скины. Прикиньте, как же это круто. Ну а чтобы вы зашли еще быстрее, с верной башкой секретное слово вы увели и забрали свой приз. Ну что же, все нужные линки находятся снизу, а мы идем дальше. Давай скинем один USP на двоих, и все. Давай. И гранаты еще закинем их немножечко. Так, два М110 в этот раз. А может пулеметы? Или М110? А, мне нет денег. Давай дымки им, чтобы они думали, как мы тут много всего искали. Тут ничего нету. Давай. Дядь, мы едем. И здесь еще огонь закину, чтобы еще подольше искали. Быстрее. Бежим. Чувак, быстрее. Они уже тут. Нормально, по мне ничего не кинули. Нет! Блин, не получилось. Кинули? Да, но они попали. Чекай, я сейчас полгода буду в дыму искать. Так, они спрятали в смоку, все, чекай. А там ничего нету? Ничего нету. Нет, тут нет смоку, ничего, 100%. Ооо, слушай, нам хорошую дру поставили. Походу, оставили. Ой, я возьму эту штуку. Ой, слышишь, я с пулеметом прикол, с зажимом еще буду. Походу, юсп только, можешь плантить. А, один юсп? Я думаю, что имбирь. Берем. Я буду простреливать сейчас, Рик. Я тоже, давай простреливать, тупо простреливать. Планти, я спрятался, буду еще принимать их жестко. Ой, давай, простреливай! Мужик, простреливай! Ай, я слепой! Стреляй! Блин, они заплатили бомбы, мужик. Ладно, тебя. Я понял, плохи наши дела! Спрятался. Давай, я бачу, тебя не прочитают. Давай. Блин, что, они прячутся. Забейся, на них USP, мужик, не бойся. А, точно, я забыл. А, слева! Я промазал, найс, попал. Откуда у них оружие? У кого USP? Бобина. Все, смотри. Ай, блин, у него зажимается идеально. Не надо нож, он тебя сейчас заберет. Бедный Рикардо. Да у меня и другого дропа-то нету. Смотри, блин, я не успею зайти в фузи сейчас, смотри. Чувак, дивюсь, быстрее. Давай. Успеем или нет, успеем? Размансил бы. Успеем. Спокойно успеваем. Идеально. Знаете, может подбирать. Не, слушай, чувак, это просто идеально. Короче, смотри, давай в этом раунде, в первом раунде, скинем им... Ворот. Давай берецы. О, берецы, это будет реально угарно. Как они раз берецами, интересно. О, смена сторон, найс. Теперь наша очередь показывать им настоящие хаешки. Я МП-350 скину, красивенький такой, пусть оценят. Берецы, просто сами скинем берецы. Просто тупо берецы? Да. И давай дым, чтобы они искали все это. Давай, мужик, погнали, быстрее. Бежим, раз. Ааа, иди сюда, я бью по его попке. Флешечку накинул. Хаешечку. А, их тут нету. Бери. Ой, бегут. Так, я подожду их. О, слышу, идут. Брат, мотивацию поднять на... Что? На! Да за что? Это что они себе позволяют? Это вообще трындец, чувак. А как они попали? -2 сделали. 10 баллов, Гриффиндор. Им придется за это очень жестоко ответить. Дорогулечка, ты моя, счет 5-5. И поверьте мне, это только начало. Я готов уничтожать. Давай, родной, побежали. Погнали, сразу планим. Этот раунд войдет в историю, братва. За такой... Они обходят через бэплайн. И в ребра. А это что такое? Через стенку уже не хочется, получается, да? Не, подожди, мне надо... Поднять надо. Да не надо, чувак, я без оружия, что же. Они запланчили, как у слабенький. Не, надо, чувак. Надо забрать, иначе проиграем. Дробаш и эмка. Возьми два оружия сразу, скидывай. Дефай, садись, дефай. Они идут! На, по горбу, бомбину! Там кентуха сидел. Я дробаш тебе тут скин. Оу, Алармина 77, ничего себе, печалька, слушайте.
Сюды, старогулька ты моя. Мне и ножа хватит, мне и ножа хватит, в принципе, так нормально играю. Блин, чувак, ну ты кроссовый, нихрена ты разваливаешь, а, кабины? Брат, ты знаешь, что такое просла... Я вылетел! Чувак, я один остался, что делать? Мне одному тащить, чувак, или нет? Давай, тяни время, тяни время, тяни время. А че, М40? Давай до М40 дропнем. Вдвоем М40, пускай М40 мучаются мэнчики. Реально, кстати. Я тебе дам мотивацию, запомни. Ты должен это сделать ради слонов. Я тяну время, чувак, я дым закинул ему. Сейчас. Ждем, они сейчас должны все подойти. Только смотри, чтобы меня не слили раньше времени. Они, чего, вот они. Так, один вижу. Они батят нас, они пытаются нас обмануть. С Молотовым опасный какой тик-так. Не заходит, смотри. Ой-ой-ой, как бабка нагнулся бегать, смотри на него. Я его стоплю, давай, хидай хаешку в него. Ай, чувак, смотри, не заходит. Опа, не пройдешь. Флешечку. А, кентуха вышел. Все, захожу. Присоединяемся. Ранку не прокинули, я захожу, чувак, бегу. Просто живи. Ну, а, мужик, я плечу, я попробую затащить за тебя. Опа, что за фигня? О, ничего себе тут, дроп имбовы вообще. Чисто за тебя, Рано, чисто за тебя. Так, бегу за дропом, бегу, чувак. У меня тут только М40, чувак, это трындец. Короче, смотри, используй тактику пиксель. Нет! Ау, что ты дал? Блин, чувак! Ну это было почти. Ап, спалил. Что? Он... Хана за такое делаем. Квешенсов не имею, хорош. У нас главная киберкотлета вылетела, да? У меня 5-0 кило, братан, ну вы помните, у меня было 100 кд. Да, вот столько одному было. Давай дробаши, вот это будет угар. Да, давай. Посмотрим, как из дробаша играет. А, авик еще ни разу не давали, давай-ка авик ему реализуем. А, я давал авик, у меня денег. А, ну пофиг, кидай, что хочешь, я авик чисто им дам. Let's go, let's get it, погнали. Let's get it down. Флешка есть. У меня флешку закинули. У меня. Готовься. Сейчас, вот тут, байте их, я их сейчас. Они хаешку сейчас закинут. Смотри, аккуратно. Блин, Рик какой-то страшный. А, тут обомин! Нет! Блин, они сейчас пуэнтит пойдут. Чувак, я был только что так на грани, ты не представляешь. Смотри, я сейчас прострелом заберу. Смотри, прострелом. Засядь в ребра. Давай, я их сейчас на нож попробую взять. Пробую, прострелом. Давай, простреливай. Я тоже простреливаю. Сейчас они патроны все потратят. Пленти. Они тут. Сзади! На, чувак! Блин, чувак, ты за меня играл! На, чувак! Блин! Чувак, ты гонишь! Я перепутал, я думал, мы играем за КТ. Вижу, и начинаю тебя мочить. Ты меня резал. Да, чувак, я почти пытался попасть. Ладно, давай берем фабы и погнали. Мужик, главное быстрее. Беги быстро. Да, просто позвать, просто бежим за дропом и плантим. Только не через тюмку, а то они сейчас нас замочат. Они сванга? Пожалуйста, не кидайте хаешки. Ты что, они кинули? Нет! Сапанали. Давай, тактика пикселя, я использую. На, забери ФАМАС, я М40 взял. Давай, прячься там, я сейчас приду. Я плыту сел. Я М40 разнесу их, чё, кабины. Давай, пленчи быстрее, пока тебе не снесли кабину. Пленчи. Сзади, ну чувак, ну ты где сейчас, да? Он мне Рик зарезал просто сзади, пока пленчил. Где он? Не знаю. Хороший Рик здесь слева, где-то будет, да. Найс, мы выиграем. Нет! Это кринж. Это трындец. Это просто трындец. Ты его ослепил, что ли? Нет, там просто за перезарядочки выходил. Давай возьмешь шим скинем. Фанфальчик, у меня просто денег будет. Да, пистолетик. Просто пусть пистолетиками накидаем, и нормально. Ладно, я думаю, тут нужно бы дать какой-то нормальный дроп. Ну да что они так, мэнчики, расслабенчики. Ну что, давай, тащи. Короче, у меня есть идея. Давай кинем флешку прям в них. Вот сейчас флешка в них прям залетает. Спиной беги. Так, все, погнали. Быстрее. Дядь, давай ты первый. А то мне уже надоело всех ешки на себе ловить. Ой, я помню, нас забрал случайно! Блин, кстати. Чтобы не выпендривался. А бомба, брат, я случайно. Давай, чувак, пожалуйста, сейви, сейчас Рик вылетит с ножом. Смотри. Слышь, а с М40 с прицелом играть, это не позор? Нормально. А ну-ка, прикинь, попаду. Опа, прыгает, видел. Ой, почти попал. Вот это жук. Он сейчас с М40 там прыгает, человек, он псих. О, нормально, кстати. На, сюда! Да, хорош! Ой-ой-ой-ой-ой, дорогулечка. Так, ну что, братик, давай в этом раунде мы сбросим береться. Короче, мне лучше бойну не попадаться, мне замочит нож, я тебе отвечаю. Давай, Рано, береться скинули, я тоже скинул, поехали. Да, Фома, кстати, тоже не дропали, по-моему. А, ну да, мы же за КТ не были. А я дропнул М16, ни разу не дропал, по-моему. Готов, хаешку в тёмку. Раз, два, три. Давай. Три, два, один. Блин, они отсюда бегут. Нет.
Так, а где Бовин? А Бовин будет мстить, я тебе отвечаю. Абу-аба! Сейчас бомба, бомба, планти. Он бежит за мной или нет? Планти, нет, не знаю. Блин, о, мне попал. Не быстрее, планти, чувак. Да подожди, меня дроп взять, какой планти? О, ничего себе, нам тут надропали, кстати, нормально он дропал. Тяни время. Давай. Давай быстрее, планти. Давай, мужик, идеально! Ты чекай лонг, я Тёмку. Все, я Тёмку. Тёмка на мне. Все, это наш раунд 100%. Я чекаю, чекаю. Значит, помру я чувствую. Тёмка моя, ты лонг чекай. Лучший! На! Оп, да о, нормально, кстати, прилетает. Ты чё дал? Сюда, родной! Ой-ой-ой. А, минус 46. Не, ну мэджику надо тащить, 8-8. Я думаю, нужно тут уже, знаете, какую-то жесткую тактику сделать и затащить жестко. Давай хаешку в Тёмку. Раз, два, три! Кидай! Опа, чекай, что творят. Нубики не умеют кидать. Че, и флешку кидай. Они все промазали. А ты что, будешь этот пытаться их с ножа? Блин. Шо, а, не, одна хаешка залетела идеально. Кто-то запланчил. Я планчу. Запланчил, чувак. Че, где дроп? Блин. Чувак, нам оставили самое лажовое оружие в мире. Так, я не знаю, тут какой-то дроп КТшников у них. Я не знаю, это то, что надо нам или нет, или это просто они... Это Тёмка, я слышал, Тёмка была, Тёмку простреливай. Тихо, все. Они на пленту еще только, чувак, это традиция. Тёмку простреливаем, давай. Не-не-не, ждём, просто тянем время. Так, дал флешечку плент, пролетаю. Ой, еще будет уже деф делать. Пока. Ой, блин, они прячутся. Есть один. На, раз! Спина, давай. Спина, давай, спина! Помоги, ты как пропустил ко мне? Да! Мы лучше. Блин, да не раздепал, где бомба-то? Давай мы ставим АВП. М40. Давай все ему скинем, типа реально. И калаш просто кайфовый. На последний раунд, может, М110 или авик дропнем? Не, у меня нету такого, я М-фаб дропну. У меня только фаб есть. Блин, чувак, ты понимаешь, мы можем сейчас выиграть это решение. Чтобы никто не сказал, что мы играем как крысаки. Чувак, я играю по брейну, погнали. Ааа! Хвани тут хаешку кинул! Давай, иди бери. Не-не-не-не-не. Нет! Одна хп, чувак! На, идеально просто. Чувак, беги за дропом, я планчу. Да я бегу за дропом, мужик, это хп, одна хп. Они три хаешки кинули, как это возможно? Опа, авик, найс, блин. Да опять это, иди еще эти скины в этих самых. Нам дробаши оставили, зашибись. Но мы 100% проиграем, нам не... Будет сложно. Тихо. Ай! Блин, тут нереально. 34 хп я Бовину оставил. Киберспорт, моя жизнь! Блин! Хорошенько делаем. Хорош! Ой, блин, это было 9-9, решающий раунд. 9-9, блин, решающий раунд. А давай мы оставим ничего. Просто. Или один пистолет на двоих, а? Да блин, не-не, нас в комментариях все напишут, мы плохие люди. Так, короче, дроп и авик. И надо взять обязательно хаешечки всем. Так, я, по-моему, спас не дропал. Ну давай, не знаю, ладно. Один нормальный дроп, один плохой. Хорошо, давай, хороший дроп. АКР и пестик. Все, о, все, я выкинул. Давай хаешку, готов хаешку. Иди планти, сейчас будет имба. Иди планти, я сейчас просто не дам дроп взять. Хаешку в Тёмку кидаешь? Давай, на счет три. Раз. Два. Три, кидай! Ой, ее пытаются закидать меня хаешками. Я планчу, давай! На! Мы гений! Он лоу хпшный. Он нас отвлекал, слышишь? Блин, да как повезло ему, он прям перед... Давай, заплатил! Да! Хорош, давай, а там огонь не горит. Да. О, они нам АВП оставили. И дробаш. Давай, мужик, быстрее беги, я с АВП. Нам надо выиграть. Блин, ну это ГГ, если ты с АВП, это ГГ. Чекай Тёмку. Лонг на мне. Давай. Флешечка полетела. Давай, мужик, я верю в тебя, сделай это ради меня. Так, по-любому где-то прячется, я не знаю. Я чел. Блин, как? 93, у него 7 хп, родной. По-моему, в кармане. Ой. Уху, чего? Нет! Нет! Блин! Нет! О, баба! Лучше бы ты мне АВП отдал! Нашел! Ой, да шо ж ты как нубасик, надо был ножик что-нибудь взять-то. Ребята! В этот раз слоны проиграли хомячкам. Но это только начало. Если вы наберете 5000 лайков, мы снимаем продолжение. И там будут правила еще жестче. Потому что это будет обмен скинами 3-3. С вас лайк, подписка. Обязательно подписывайтесь на мой ТГ. Ну что ж, мои уважаемые подписчики, с вас лайкусь. Подписочка и напишите любой хороший комментарий. Если наберете 5000 лайков и подпишитесь на мой ТГ, делаем обмен скинами 3-3. Всем удачи, всем пока!